Господин Галушин, ну не уважаем, что такое? Пользуясь душой депутата, мой коллега поднял вопрос. Я единственный в апрельском проекте решения, кто голосовал против. Единственный из всех. Не, вас двое было. Единственный из всех депутатов. А, кто против? Кто против. Единственный голосовал. О, вот и жалко. Не выделится, да? Ну, значит, я хочу сказать о том, почему я голосовал против. Потому что я знаю специфику предприятия ArcelorMittal. И в данном случае гомоэкологическая отрасль, которая осталась без повышения коэффициента, выпускает ту же продукцию, что и выпускает ArcelorMittal на своей металлургической части. Из-за этой специфики существует серьезное количество. Мы ставим неравные условия. Агломерат, который выпускается на ArcelorMittal, на аглофабрике медпроизводства, вот здесь у нас есть специалист, да, который, знаете, аглофабрика медпроизводства, и она входит в металлургическую часть, она не входит в горную пока. Выпускает такой же агломерат, как выпускает, например, на Югу, так? Или такой же похожий продукт, как Акадыш, выпускает на Ингурсе. Потому мы их знаем неравные условия. Все, не вопрос. Прошу, пожалуйста, Владимирович. Хай придет сюда этот представитель Арселора и доказывает. Ну что вы за них лоббируете их интересы? Я не лоббирую их интересы. Я лоббирую интересы металлурга. Прошу. Да, давайте, пожалуйста.
музыканты. Господин Смолин, если вы будете на моей комиссии, я всегда дожду до самого конца. Так, я же ждал. Слушайте, внимание, не перебивай, ваша комиссия с вами говорит. Я открыто, я депутатов не скажу. Придешь на мою комиссию, я до самого конца. И любой вопрос, который ты поставишь, я буду обязательно задать.